Донбата, отпиши моей жене письмецо, сестрица, на войне, как на войне, с мужиком не спится. Пой голос не жалей, он голос-то живой, встань, милая, с колен, пой, милая, мне пой. Отпиши, что я жене, и в огонь, и в воду, на войне, как на войне. 10 дней за год, отнимаю я коней, лошадей колхозных, на войне, как на войне, не все слезы, слезы, мой голос не жалей, он голос-то живой, стань, милая, с колен. Спой, милая, мне спой. Встань, милая, с колен. Спой, милая, мне спой. Спасибо, Юль. Большое спасибо. Очень большое спасибо. Дима, я записываю на этот самый, на телефон ваш голос. Вы не против? Это Максим. Не, правда, ну просто я впечатление такое получил, что просто я не ожидал. Я приглашаю вас в гости. Ну, нам как бы надо для начала демобилизоваться. Вы прекрасно поете, вы более чем прекрасно поете. Я просто не ожидал. Тогда я считаю, что есть смысл перейти на ты. Спасибо, Юля. Спасибо. Ладно, ребят, отдыхайте.